Жансая, ты Аружан дала права соорганизатора? Да. Здравствуйте, Анара. Как ваши дела? Привет, Аружанчик, как дела? У меня все супер. Вот прям хорошо настроено. Ты же, ну, молодец, ага. Все получится у тебя, давай. Уверенно, хорошо? Хорошо, спасибо большое. Давай, мы с тобой. Слушай, Жансая, у нас 15:30 начало, да? 15:30, да. Ага, ну, может быть, я еще открою, просто что в машине неудобно. Ладно, давайте, я здесь на связи. Хорошо. Добрый день всем, уважаемые участники. Спасибо, что выделили время для этого вебинара. Я надеюсь, еще будет подключаться, но так или иначе мы, наверное, начнем. Сегодня у нас начинается серия вебинаров «Готовит их детский комитет по правам человека». Общественное объединение «Кадыр-Касиет» помогает в этом проекте детскому комитету по правам человека. И первый вебинар сегодня ведет Аружан.
Ее тема – это право на частную жизнь. Сразу мы передадим слово Аружан, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники. Как Анара уже сказала, меня зовут Аружан. Мне 15 лет, я учусь в школе Бином Байтурсунова. И хотела бы сразу попросить вас, как участников, принимать активное участие в нашей сегодняшней лекции. Потому что в некоторых местах вы можете мне дополнять, задавать вопросы или же как-то корректировать. Тогда мы перейдем к теме. Так. Наша тема на сегодня – это право на неприкосновенность частной жизни и защиту своей чести и доброго имени. Как я уже сказала, я надеюсь на ваше активное участие и дальнейшее взаимодействие. Давайте сперва ознакомимся с планом, что мы будем сегодня делать. Сперва мы ознакомимся с тем, что такое частная жизнь, и потом перейдем на документы, которые защищают наше право на частную жизнь. В-третьих, мы разберем алгоритм действий, что делать при нарушении нашей частной жизни. И в конце мы выполним одно практическое задание, дискуссию. Но во время всего вебинара я буду просить вас включать ваши микрофоны и зачитывать тексты с экрана и делиться своим мнением. Тогда давайте перейдем. Как я уже сказала, пожалуйста, кто-нибудь включите микрофон и прочитайте то, что написано на презентации. Так. Можешь сама продолжить, Арина. Хорошо. Частная жизнь, исчерпывающего определения частной жизни не существует, но этот термин широкого толкования, он охватывает разные сферы человеческой жизни. Частная жизнь формируется под давлением окружающей среды, то есть под давлением менталитета. Когда менталитет меняется, то и частная жизнь, и вещи, которые в нее входят, тоже меняются. В английском языке все стороны частной жизни обозначаются единым термином privacy, который не имеет эквивалента в русском языке. Это имеет в виду то, что в английском языке еще американские юристы в 1890 году обозначили этот термин частная жизнь как право быть оставленным в покое. Многие, наверное, могли заметить то, что privacy и конфиденциальность очень похожи друг на друга, но на самом-то деле это не так, хотя подразумевают они одну и ту же идеологию. И конфиденциальность, она часто встречается, когда мы заходим на какие-нибудь сайты и регистрируемся там, задавая свои информацию о себе. Это называется политика конфиденциальности. Политика конфиденциальности, она востребована законодательством, поэтому ее и запрашивают подтвердить компании и организации. То есть как это? У нас есть статья 18, которая защищает наше право на неприкосновенность частной жизни. И поэтому, когда человек выдает свою информацию, частную информацию о себе, компания сразу обозначает границы того, где она может использовать эти данные и где это будет запрещено, где это будет считаться за нарушением. То есть из-за того, что многие не читают эту самую политику конфиденциальности, им очень часто звонят из разных компаний и рекламируют свою продукцию, тем самым вмешиваясь в их частную жизнь, лишь потому, что они были невнимательны в самом начале. Во-вторых, политика конфиденциальности нужна для того, чтобы пользователь смог ознакомиться с тем, с какой целью и зачем используются его данные. То есть для распространения информации о компании, для распространения рекламы или же для чего-то еще. Тем самым человек, как я уже сказала, расставляет границы для того, что он может получить от того, что если он согласится с этой политикой. В-третьих, если вы являетесь предпринимателем, эта самая политика защищает ваше право. И тем самым, если клиент неправильно ознакомился с этой самой политикой и говорит вам то, что вы нарушили его право, вы можете ему показать политику, с которой он согласился, и тогда закон будет на вашей стороне. Давайте перейдем дальше.
документы, защищающие право. Если кто хочет, вот у нас уже много человек присоединилось, давайте кто-нибудь зачитает то, что написано на презентации в середине. Так. Окей. Давайте я сама тогда. Если процессуальные кодексы включают в понятие неприкосновенность частной жизни, то частную жизнь, личные семейные тайны, тайну личных вкладов и сбережений, тайну переписки, телефонных переговоров, почтов и других сообщений, то в целях Уголовного кодекса под этим понятием понимается только личная и семейная тайна. Это такой нюанс в нашем законодательстве, то есть при рассмотрении дела у нас очень часто рассматривают именно и доводят до конца дела, где были нарушены только личная или семейная тайна. Хотя частная жизнь тоже очень важная вещь. У нас есть две статьи, которые защищают наше право на неприкосновенность частной жизни. Первая – это статья 18, вторая – это статья 25. В Европейском суде по защите прав человека жилище, ее неприкосновенность определена как часть этой самой частной жизни. Но в нашем законодательстве его разделили на два понятия – статья 18 и статья 25. Потому что статья 25 очень часто применяется, потому что статья 18 намного чаще применяется в жизни, нежели чем статья 18. Так, давайте будем поактивнее немного, потому что вот проблемы, с которыми сталкиваются люди, когда их право на частную жизнь нарушается, очень-очень-очень часто происходит, потому что многие люди в нашей стране не знают о том, что это вообще такое. Это очень часто можно заметить как у госслужащих, так и у обычных гражданских. Поэтому если вы сегодня разберетесь с тем, что это такое, и как вы можете защитить свое право, то это будет очень большим плюсом, если вы столкнетесь с этим. А, к сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой очень часто в нашей повседневной жизни. Так, давайте кто-нибудь прочитает статью 18. Давайте я прочитаю. Статья 18 – это Международного пакта о гражданских политических правах. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Второй пункт этой статьи Международного пакта о гражданских политических правах гласит: каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого права допускаются только в том случае и в том порядке, который прямо установлен законом. То есть только в законе можно найти ограничение этого права. И последний, третий пункт. Государственные органы, общественные объединения и должностные лица, а также средства массовой информации обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с его правами и интересами, с документами, которые затрагивают их, решениями и источниками информации. Спасибо большое, Нара. Хочу сделать акцент здесь на том, что каждый человек имеет право на тайну переписок, телефонных переговоров и иных сообщений. То есть, когда какие-либо организации записывают наш с вами разговор, тогда они сразу предупреждают, что разговор записывается. И он будет использован в целях улучшения качества разговора. Они сразу говорят о том, где они будут его использовать и как будут использовать. Дальше. То, что каждый человек имеет право на тайну переписки. У каждого человека есть своя личная жизнь и индивидуальная жизнь. Поэтому если человек не хочет, чтобы кто-либо читал их, он имеет на это полное право. Дальше – тайну личных вкладов. В данный момент, когда весь мир цифровизирован, наш Казахстан потихоньку тоже входит в эту индустрию, эту сферу. И поэтому, когда мы оплачиваем карты в какие-либо места, в каких-либо местах покупки, мы сразу фиксируем и оставляем следы того, что мы делали. Так можно выйти на эту самую частную жизнь, посмотреть, куда этот человек тратит свои деньги и так далее, и так далее, и так далее. Но государство защищает нас от всяких вмешательств третьих лиц и от своего вмешательства
в момент защиты этих самых тайных личных вкладов и сбережений. Так, статья 25. То, что жилище неприкосновенно. И не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище производится его осмотра и обыска допускается лишь в случаях и в порядке, установленных законом. То есть, если вы несовершеннолетний ребенок, находящийся в доме, куда пришли несколько человек, собирающихся провести досмотр, вы имеете полное право не открывать им дверь, потому что вы несовершеннолетний человек, пока они вам не предъявят ордер на обыск. И также, чтобы узнать, и вправду ли был выдан, вы можете позвонить участковому полиции вашего дома и спросить, было ли такое дело и есть ли оно в базе. И если этот самый участковый полиции разрешит этим людям, подтвердит эту информацию об ордере на обыск, тогда вы можете их пускать до того, как придут взрослые люди, потому что они являются представителями закона. Дальше о жилище. Кроме досмотра жилища, есть еще и такой вид досмотров, который проводится в школах. То есть, если вас хотят досмотреть, какой-либо человек, представитель закона, полицейский, то этот человек должен быть того же пола, что и вы, а также он, даже в том случае, если это было внезапно, должен предъявить тот же самый ордер на то, чтобы иметь право обыскать вас. Если же этого ордера нету, или же человек является не вашего пола, то вы имеете полное право сказать, то, что вы подождете до того момента, пока придет другой полицейский, или же вам предоставят все документы. Давайте посмотрим, что же входит в частную жизнь, по мнению Европейского суда по защите прав человека. Если в нашем законодательстве конкретно не приписано, что входит в это понятие, то Европейский суд полностью описывает, что это такое. В первую очередь это имя человека, изображение или фотографии с человеком. То есть никто не имеет права выкладывать фотографии с вами до того, как вы дадите им разрешение на то. Если же вы не давали разрешение, то это уже означает, что ваше право на частную жизнь было нарушено. Репутация человека, то есть сплетни или же защита чести. Если о вас кто-то сплетничает во дворе, и вы это слышите, то вы можете подойти и сказать, что этот человек нарушает ваше право на частную жизнь. И распространять такую информацию, тем более ложную информацию, считается неправильным. Вы будете защищать свою честь. Это будет считаться правильным по законам. Далее, ориентация и жизнь человека в интимном плане. Оно не подвергается обсуждению. Если человек захотел сохранить эту информацию в секрете, то она должна храниться в секрете. Если человек приложил усилия для того, чтобы сохранить эту информацию в секрете, то тем более. Далее, неприкосновенность жилища. Мы уже с вами обсудили эту тему по статье 25. Там рассказывается полностью о том, что такое неприкосновенное жилище. И то, что нельзя обыскивать его, делать конфискацию всяких вещей без специального на то ордера. Тайна корреспонденции, а точнее коммуникации. В Европе более мягко относятся к СМИ, потому что они знают точно, куда, когда и зачем они могут использовать свои полномочия и распространять информацию. В других же случаях они не имеют этого права. Из-за того, что СМИ знают свои границы, благодаря этому и происходит очень маленькое количество конфликтов между СМИ и людьми. Деятельность профессионального и делового характера, а также ограничения на занятия профессиональной деятельностью. Наша частная жизнь – это наша мини-вселенная, это наши личные границы, наше личное пространство. И то, что мы делаем в этом личном пространстве – это наша тайна, это то, что мы хотим делать. Поэтому государство защищает это самое личное пространство, потому что государство обеспечивает нам наше здоровье, как физическое, так и психологическое. Все мы знаем, что личное пространство создает
и формирует в ребенке самоценность и ценность своего мнения, ценность своего существования. Поэтому если кто-нибудь говорит вам, то, что это профессиональная деятельность, это специальность вам не подходит, то скажите, то, что это ваш выбор, и то, что вы имеете право на это без всяких, без всякой критики. Потому что если же человек будет как-то агрессивно говорить вам, то, что вы не способны на это, то это уже будет буллингом. Это одна из следующих наших тем вебинаров, которые вам стоит посетить. Далее. Досье или данные, составляемые службами безопасности или другими государственными органами. Если на вас оформляют какие-то документы, которые не относятся к вам, то вы можете полностью быть уверенными в том, что это идет нарушение вашей частной жизни. Физическая и психологическая неприкосновенность или целостность личности, включая медицинское обслуживание, психиатрические осмотры и психическое здоровье. Каждый человек может пойти и обратиться в свою поликлинику на осмотр у психолога или психиатра. И это будет полное право человека. Если вам говорят «нет», то вы идете в другую клинику и уже там говорите то, что вы хотите посетить психиатра. Но таких ситуаций должно не быть, потому что государство обеспечивает достаточным количеством психологов на один район в городе или же один квартал. Ну, сбор и обработка персональных данных – это то, что мы, о чем мы поговорили с вами во время того, как обсуждали политику конфиденциальности. Так, тогда давайте пойдем дальше. Что же делать, если ваше право было нарушено? Сперва мы разберемся с тем, каков статус лица, чье право на личную жизнь было нарушено. А точнее, если человек, личная фигура, а точнее представитель правительства или же чиновник, то он должен более мягко относиться к тому, к востребованности в обществе. Например, если же какой-нибудь человек подается, так скажем, в акимы, представляется как человек с высокими качествами и человеком, любящим семейным. Но на самом-то деле это не так. И СМИ, распространяя информацию о том, что этот человек лжет, создает ту ситуацию, в которой его личное право не нарушено. Потому что чиновники живут за счет налогов граждан, и они сами выбрали себе эту работу, потому что они являются частью государства и частью того, кто решает судьбу общества. И в том случае, когда корреспондент раскрыл информацию о том, что человек, этот самый чиновник врет, он сделал все правильно и сделал все по закону. Если же вы не являетесь никакой публичной фигурой или же фигуры медийной, социальной, то если ваше право на частную жизнь было нарушено или кто-то рассказал о том, что вы делаете, что мы прошли в том, что определено Европейским судом по защите прав человека, то вы имеете полное право обратиться в полицию и рассказать им о том, что произошло и как произошло, и дальше уже писать заявление по вашей ситуации. Имелся ли общественный интерес или необходимость раскрытия этих сведений? Как я уже упомянула, в тот момент, когда корреспонденция раскрыла сведения о том мужчине, они сделали правильный вывод, они сделали правильное действие, потому что они рассказали народу правду, и народ после этого уже мог рационально оценивать кандидата на должность, которая будет менять уже их жизнь. И если этот общественный интерес, его не было на самом-то деле, когда раскрывали информацию о вас, то это тоже можно уже считать огромным и весомым аргументом для того, чтобы подавать заявление на того человека, который раскрыл эту информацию у вас. И при каких обстоятельствах было произведено вторжение в частную жизнь? То есть, если в Европейском суде говорится, что фотографии нельзя
распространять, если человек не давал на то своего согласия. Но во время общественного мероприятия ваше лицо попало в кадр. Оно дойдет, возможно, оно дойдет до суда. Но суд никогда не разбирает такие дела, стоящие того наказания, дела. Потому что удалить из кадра определенные лица просто-напросто почти что невозможно. Поэтому, если вас засняли в общественном месте абсолютно случайно, то это не будет считаться нарушением. А вот если кто-то начал выкладывать ваши фотографии без вашего на то разрешения или хранить их, то это считается уже неправильным. Это считается за нарушением. Так что же делается за это самое нарушение? Уголовную ответственность несут по 147 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оно начинается с самого маленького, то есть если вы не защищали свои личные информации, то оно начинается от 30 МРП и заканчивается сроком от 3 до 7 лет, смотря на его тяжесть. Давайте рассмотрим самое тяжкое из последствий и дел, которые, результатов, которые несут люди, нарушившие это ваше право. Давайте я зачитаю. Совершение действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи публичных выступлений, публично демонстрирующихся произведений в средствах массовой информации или использованием сети телекоммуникации, в том числе через интернет, а ровно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или замести за нее. То есть, если вашу личную информацию распространяют на телевизоре или же демонстрируют в средствах массовой информации в интернете, а она является на самом-то деле ложной, и такого на самом-то деле и не было вовсе, то это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Менее тяжкий – это когда делается в близком кругу людей или же в кругу тех, кто распространяет информацию не на все общество. Если же человек распространил информацию о вас в Инстаграме, и она набрала огромное количество просмотров, то есть 1000, 2000, то оно тоже подходит под эту статью. Так. Хотела бы узнать, какие выводы вы сделали за эту лекцию, потому что дальше мы будем выполнять практическое задание. Можно вопрос? Да, Ажан. Конечно. Угу. Да. А вот как быть ребенку, у которого тоже есть частная жизнь, вот с какого момента она? Ну, предположим, его голеньким снимали, родители везде публиковали, но он достиг определенного возраста, может, вы скажете какого-то, но и не хочет, чтобы вот эти его фотографии, где он как кукла-голышка, чтобы они были. Как бы вот в этой части, ну, можно любой, международной практикой или это. И второй вопрос, Ружан, если можно, понятие публичной личности. Вот вы сказали, вот чиновник, он публичная личность, и не должен иметь претензий, если он сказал одно, и вот как бы публикует, что на самом деле он не семьянин. У нас, возможно, в Казахстане, вы, по-моему, говорили о международной практике, у нас возможно такое, что предъявление претензий со стороны этого чиновника, который, оказывается, совсем недобропорядочный семьянин, чтобы он мог засудить, скажем, а подать в суд. А суд сказал бы, вот ты публичный человек, и терпи, как говорится, это издержки профессии, да? Вот у меня два вопроса по детям и по чиновникам. Если вам сложновато ответить, можно просто на дискуссию. Ладно, давайте я помогу. Отличный вопрос. Я вот здесь в чат кидаю. Это Анара говорит. Да. Мы понимаем, что у нас спикер сегодня ребенок, тоже 15-летняя Ружан наша, вот из детского комитета по правам человека. Я чуть-чуть помогу. Статья 16 Конвенция о правах ребенка говорит, что ребенок тоже
имеет это право на частную жизнь. И оно звучит ровно так же, как Аружан зачитала статью 17, да, Международного пакта о гражданских политических правах. Также ребенок имеет право вот на защиту от этого. И то, что мы говорим о использовании изображения, оно больше относится к свободе слова, свободе выражения мнения, распространения информации, публикаций. Вот эту свободу слова мы будем разбирать в четверг, если не ошибаюсь, 24 ноября. Но я вам скажу, так же, как и ребенок, так же, как и взрослый, имеет право на возбуждение иска в суде, даже если неправомерно, без его разрешения, использовали его изображение. Наш гражданский кодекс казахстанский об этом говорит. Вот. А второй вопрос, если хочешь, Аружан, сама можешь сказать, но он тоже относится к плоскости свободы выражения мнения. Вот. Да, оно относится к... как вы и сказали, после самовыражения мнения, но в нашем казахстанском законодательстве нет такого понятия, как публичная фигура в общем. То есть, если в международном деле то это будет считаться нормальным, то в нашем казахстанском законодательстве из-за цензуры это могут и вовсе запретить рассказывать этому самому народу. Да. Так. Еще спасибо. Вопрос? Рахмет, очень исчерпывающий ответ. Молодцы. Спасибо, Рахмет. Спасибо вам за вопрос. Да, давайте перейдем к практическому заданию. У нас осталось 3 минуты. Ну вот. Тогда давайте разберем. Коммерческая фирма занимается незаконным сбором информации о людях. Номера телефонов, семейное положение, место работы, степень достатка. Все эти сведения используются для распространения рекламы о продукции. Однако База сведений была случайно обнаружена в ходе проверки фирмы. Думаете ли вы, что это считается за правонарушение частной жизни? Да, думаем так. Да, я думаю так. Потому что эта фирма обязана была, раз она пользуется этими данными, она должна была обеспечить технически такую конфиденциальность, чтобы никто, кроме них, не мог. Мне кажется, это нарушение. Мало ли. Значит, надо было нормальную программу делать, а не на откатах тендера. То есть такую, скажем, дорогостоящую и действительно защищающую. Мне так кажется. Да, спасибо большое. Может быть, кто-то еще? У нас еще есть 2 минуты, чтобы обсудить это. Ну, вообще-то это очень интересная тема, когда кто-то собирает про тебя сведения, да, такое бывает на некоторых разных мероприятиях, допустим, те же списки участников, либо когда соглашаешься с понятием конфиденциальности, да, вот у тебя, по-моему, были раньше такие слайды, тоже интересные в презентации, когда какую-то программу скачиваешь себе на телефон, в компьютер, и тебе дают вот такую как бы аннотацию, предупреждение, да, мы собираем вот такие-то сведения. Вот, а дальше никто не смотрит, как они собираются, где хранятся, кому передаются и так далее, и так далее. Либо еще вот на улицах камеры слежения, видеокамеры. Тоже государство собирает эти сведения, и вот в Казахстане есть такой закон под названием о персональных данных. Нужно внимательно ознакомиться, да, чтобы понимать, кто и как собирает эти данные, как хранит, кому может распространить и так далее, и так далее. Вот в уголовных делах, например, по запросу следствия, прокуратуры, суда, такие данные могут предоставляться на законных основаниях. А в любом другом случае это только если это изображение затрагивает права вот этого человека, запрашивающего информацию. Ну, в общем-то, это достаточно большой такой спектр. Я могу рассказать о деле, которое называется «Тимур Ильясов против Казахстана». Оно было рассмотрено Комитетом по правам человека ООН. В этом деле казахстанские власти, пограничники, они разлучили мальчика 4-летнего со своей семьей. Его отец не мог въехать, а вместе с ним заезжал этот мальчик, гражданин Казахстана. Отец не был гражданином Казахстана.
И как раз этого отца звали Тимур Ильясов. Вот в этом деле Комитет ООН по правам человека признал нарушенным вот как раз право на защиту частной жизни, потому что вместе с правом на брак и семью оно было нарушено властями Казахстана. Это решение Комитета ООН можно почитать даже, в принципе, в интернете, в открытом доступе. Ну, спасибо, Аружан. Спасибо вам, Анара. Тогда время уже подошло к концу, поэтому я хочу вас поблагодарить за участие и за то, что уделили внимание моему сегодняшнему выступлению. Рахмет, Аружан. У кого-то, может, из детей, из участников есть еще вопросы какие-то? Сегодня рассматривается очень интересное право, право на частную жизнь. Вот когда идут к врачу, к примеру, да, тоже собираются сведения. Есть такое понятие тайна, да? Может, кого-то интересует? Или, вы знаете, школы тоже собирают сведения, как их используют? Может быть, у школ будут какие-то вопросы? Сейчас по ИИНу, индивидуальный идентификационный номер, можно много чего о человеке узнать. Набираешь ИИН в интернете, и много чего выходит. Так, уважаемые участники, есть ли вопросы у вас? Ну, если нет вопросов, да, давайте поблагодарим. Ну и, пожалуйста, знайте, что сегодня открылась первая серия таких вебинаров 30-минутных для детей, для школ, для любых желающих. Завтра у нас тоже следующий вебинар. Я попрошу Жансаю сюда скинуть нам в чат расписание. Это будет кроме среды, вплоть до субботы. Вот завтра у нас право на охрану окружающей среды, право на здоровую экологию, хорошая тема. В четверг свобода выражения мнения или свобода слова. Можно узнать, когда ребенок имеет право говорить, например, с какого времени ребенка могут слушать в суде, может ли он сам обратиться куда-то за защитой. Да? В пятницу у нас будет право на равенство и запрет дискриминации. Очень интересное право, тоже Жанель будет вести. И в субботу это заключительный вебинар 30-минутный, тоже после обеда. Это будет право на защиту от буллинга в школах. Проводят эти вебинары, значит, детский комитет по правам человека. И самое интересное, что они проводят это в связи с Днем защиты прав человека, который празднуется 10 декабря ежегодно. И вот эти юные правозащитники вот у нас специально готовятся, проходят обучение и потом пытаются передать свои знания тоже и другим. Может быть, Аружан, ты тоже хочешь что-то сказать в заключение? В заключение я хотела бы сказать то, что все эти серии вебинаров обязательно когда-нибудь помогут вам, поэтому советую вам их обязательно посетить. Даже если я провела сегодня вебинар, я сама буду участвовать в следующем. И потому что это и вправду те знания, которые мы должны получать. Если их полностью не охватывают в школе во время урока основ прав, то это не значит то, что они нам не нужны вовсе. Поэтому удачи на завтра и послезавтра. Все? Тогда я отключаю демонстрацию экрана. Спасибо всем, кто слушал и присутствовал сегодня. Рахмет. Молодцы. Спасибо большое, да, и всем участникам тоже. Пожалуйста, завтра подключайтесь. Если у кого-то нет ссылок, то сообщайте нам. Можете поставить плюсик в чат, и мы обязательно вам пришлем на эти ссылки. А так их можно будет найти в Инстаграме, в сторисе, на страничке детского комитета. Сейчас мы тоже сюда укажем. Вот в чате я указала название этой странички. Пожалуйста, следите. Сегодня будет ссылочка на завтрашний вебинар. И подключайтесь, будем рады всех видеть.
Надеемся, сегодняшний первый вебинар удался. Ну и завершаем. Благодарим вас всех. До свидания. До свидания.